В Одинцовском округе продолжаются работы в рамках программы «Социальная газификация». Один из населенных пунктов, подлежащих догазификации, деревня Дарьино. Здесь уже построено 8 газопроводов вводов к домовладениям. На данный момент заключено 10 договоров на подключение газа. Всего в муниципалитете в рамках реализации программы будет догазифицировано около 170 населенных пунктов. Возможность подключения к магистральному газу получит 4,5 тысячи домовладений, в которых проживают более 12 тысяч человек.